Добрый вечер. Мы, извините, волнуемся, конечно, потому что, ну, давненько мы уже на живую публику, на настоящую не работали. В первую очередь, мужики, с праздником. Сегодня хотим вам предложить провести великолепный этот праздничный вечер. Извиняюсь, сейчас готовимся потихонечку. Я думаю, нам удастся. Опять, извините, волнуюсь. Поэтому час шикарного вашего отдыха мы гарантируем. Поехали. Thank you.
если есть в зале наши постоянные слушатели, вы, наверное, заметили, что за определенное время немножечко коллектив наш дополнился. Как бы хочется сказать, знаете, однажды за время пути собачка смогла подрасти. Вот и мы немножечко. Ну, именно в количестве. У нас просто за это время произошла небольшая смена. Ну, вот клавишник Иван наш классный. Из-за того, что загружен очень на работе, ну, не получается у него, к сожалению. Славка, гитарист наш, переехали в Питер жить. Ну, как бы, надеюсь, мы не стали хуже звучать. Спасибо. Спасибо за выдержку. Честно, даже не ожидал, потому что времени было очень мало дать рекламу. ТВЧ вам бодряк такой. Спасибо огромнейшее. Они как бы продвинули рекламку. Ну, продолжаем, наверное. Baby, I'm falling for my own.
Спасибо большое. Как вы заметили, Тефаль научилась говорить, ну, вернее, даже петь. Раньше у нас был в основе инструментал, хотя начинали мы все-таки с вокальных, у нас Иван пел. Это самое первое выступление. Но как бы потом рыба ушла в молчанку. Сегодня мы опять поем. We'll be right back.
всего, что, наверное, время познакомить с обновленным нашим составом. Вам пел Георгий Шестаков. Наш гитарист. Клавиши, ну, я думаю, расческа, да, назовем по старинке расческа. Ильвис Абдулиев. Абдулаев, сори. Я перепутал с Абдулиевым. Абдулиев. И наша Леночка. Это цветочек в нашем коллективе. Елена Головченко. Геннадий Стороженко. Я думаю, если вы заметили, вот те, которые как бы следят немножко за нашим творчеством, у него контрабас искудал, бедняжка, и цвет поменял. Спасибо руководству, приобрели для нас инструмент, и у нас теперь... Его зовут, кстати, этот контрабас Штёпа. А так, Кефаль с вами. Ребят, спасибо большое, честно, неожиданно, я смотрю, думаю, время мало было, я сейчас смотрю, людей добавляется немножко, добавляется, и не немножко. Неожиданно. Спасибо вам огромное. Вы нам сделали приятное ответочкой от нас. Немножко по рок-н-ролле.
Спасибо большое. Наверное, вы наш самый большой подарок сегодня, ну, на этот праздник. В основном-то здесь мужики, Лена, извини, пожалуйста. Подарки себе забрали. Как вы заметили, наверное, со временем мы решили, ну, мы в любом случае не стесняемся, экспериментируем, как бы на начальном нашем пути больше присутствовал там джаз, традиционный джаз. Жорик к нам попал, пришлось меня немножко изменить. Это все из-за него. Я по дворе не думаю, что все стало хуже. Вам судить. Спасибо.
с предыдущей нашей программы. А сейчас ваше внимание хочу представить. У нас есть гость, который не отказался, согласился с нами поучаствовать в нашем концерте. Это Виктория Абибулаева. Это шикарно.
здоровьем желаю. Спасибо огромное. Just the two of us, we can make it each time.
Извините за то, что волнуемся, такие небольшие паузы получаются. Ну, отвыкли немножко. Thank you.
Спасибо. Георгий Шестаков. Когда подбираем репертуар, иногда, ну, сейчас современный закон называется каверы, да, ну, у нас появились тоже интересные каверы, надеемся, оцените. Спасибо.
очередной раз повторяюсь, неожиданно, просто неожиданно, что вот сколько у вас пришло. Ребят, спасибо огромное. Thank you.
Спасибо огромное. Еще раз хочется вас всех обнять. Мужиков, еще раз. С праздником. Всем вам огромное спасибо, что нас не забываете, что следите. ТВЧ, вы наши самые классные. Спасибо вам огромное. Спасибо большое коллективу Рено Дома культуры. Спасибо огромное. И не хочется говорить, ну, звучит последняя песня. Не, она последняя на сегодняшний вечер. Это только начали. Спасибо. Сектора культуры Сесуру Анну Александровну и, естественно, Александр, я не забыл, как зовут директора клуба на систему, да, Андрей Владимирович Репенко. Добрый вечер, дорогие зрители. Ну, конечно же, от всей души поздравляем всех мужчин с настоящим мужским праздником. Здоровья вам, счастья, благополучия и любви. С праздником!
Ну а коллектив хотелось бы поблагодарить за прекрасное настроение, которое вы подарили, невероятная музыка. Вот Олег Иванович сказал, что Кефаль, она научилась петь. Я бы сказала, что у вас еще и хореографическая группа добавилась в виде Эльвиса Хайсеровича, поэтому Кефаль еще и танцует. Спасибо огромное! Девочки, невероятная Вика, отдельная любовь, талантище, и за то, что присоединилась к коллективу, это здорово. Спасибо, спасибо за ваше творчество, Андрей Владимирович. Ой, я хочу поприветствовать всех сегодня в этом зале. Огромное спасибо вам, что пришли. Огромное спасибо, что всегда приходите на свои репетиции, на концерт, сделали настроение на все 100. И поверьте мне на слово, в любую другую среду праздник был бы не менее... ну, воодушевленным, прекрасным, и эти аплодисменты тому подтверждение. Ну, а девочкам прекрасные цветы. Праздник мужской, цветы девчонкам. Ребят, еще раз спасибо огромное. Спасибо большое.